Всем привет! Меня зовут Сергей. Мы в деревне Панино смотрим, как мотают сенаж. Сейчас посмотрим волки, сено. И покажу новую пленку из новой серии Ванпака Подольского. Вот грабли у них уже говорили, что оно плохого качества. Это бежецкий ГВР-6Р. Вот такой у них сенаж. Охренительный. Очень много клевера. И он самый-самый только сенаж. Вот. Вот сколько у них волков. Вон там все гремит. И вот такая красота. И надо быстрее все это дело мотать. Хорошие большие волки. Хорошее в этом году сено. Охренительное. Ну, сыро. У нас только третий, четвертый день без дождей, и то он уже гремит. Катали. Опять вынул все мозги этот металлфаковский пресс. Вот такие вот рулоны. О, будет слышно, не? Да, достаточно тяжеловатый. Вот уже. Много костра, но много клевера тоже. Сейчас. Это все предисловие. Видео основное будет именно о пленке Ванпаковской. Она не так не поставили. Навернулись вот эти все ролики. Один этот ролик с коротеньким валом, который направляет пальцы подборщика по дорожке. Вот этот один ролик с валиком стоит 7000 у нас в Торжке. 7600, что ли. Их здесь 4 штуки. А если с валиком не брать и поменять только подшипник, подшипник стоил трешку. Гош, сколько здесь вы намотали уже? Там 200 точно, вон, да, пачка? Да, ну и здесь, это вот авантовская, аванпак, это пленка агрострейч. И вот она так вот отходит. Ну ты, то есть, когда смотрел, ты не видела, какой с этот сторона там липнет, какая не липнет, вообще похер, да? Не липнет ни одна. Не та сторона не липнет, да? Да. Это 750-я мотает в 2,16 оборотов, то есть 8 оборотов. Один этот. Слой. Два слоя 16. Блин, как-то неравномерно, нет? Фиг поймешь, да? Сейчас вон Серега. Ах, вы уже и приману сюда положили. Такая вот херня. Вот так он выглядит. Ты знаешь, что они сейчас стали? Они стали мне жаловаться в комментариях, стали, что они продают теперь от поддона. Они с такими, как мы, не связываются теперь. То есть они, это 20 штук для них. Вот он. Я даже не слышу, как он натягивает, не натягивает. Подтянул, да? Значит, что надо на обмотчике вниз выставить? Ну, вот эту штангу, которая держит, натягивает сам агростреч. И поменять цепочку вот эту вот, две. Поставить на большие звездочки.
Чего? Ее подтянуть, да. Че магнит? А его уже поправляли, что ли? Так, у нас дождик уже начался. Ваня пытается заложить, но у них слажено, в принципе. Сенаж самое то, то есть оно где-то 50% точно высохшее само по себе. Охренительное, то есть самое-самое то под сенаж, да? Сено, вот сейчас, трава. И сыровато, и суховато. Что? Чего? На самом тракте. Ну это сюда, от гидравлики. Ну вот я как пробовал клей. Нету никакого клея. То есть, по моему мнению, вот этот вот белый гораздо хуже, чем был первый. Мятный. Мятный был лучше, мне кажется. Да? Да, да, агрострейч вот этот мятный был лучше. Да, да. Про наш говорили, ага, этот мятный, что он не тянется. А вот этот. Так что не советую. Сейчас, конечно, с этот немецкий возьмем, сравним. Но там хоть какой-то клей был, а здесь вообще нихуя. Это я говорил им уже. На том даже, блядь, скрип был, как скотча так, блядь, отрывает. Ну вот поменяли цепи, он стал более равномерно их раскладывать, да? Лёд больше, больше, медленнее. Ага. Ну посмотрим, что будет зимой. А ты самые первые еще не пробовали, да? А сколько времени уже прошло? Неделя, наверное? Не больше, да?
А что он постоянно не закрывается-то у него? Он и так магнит считывает. Они его поправили, да? Вдвоем-то тяжковато, да? Да. Там пока вырастет, там закатал побольше. У нас один фермер один катает. Представляешь? Ну у нас-то все гуру, специалисты в деревне, да? Что, у него один трактор? Не, у него три трактора, но он один. По 5 рулов. Ну да, он говорит, этот. Спрашивали его, говорит, где ты? Я в поле сенаж мотаю. А, ну понятно. Мне погода типа пофиг, я сенаж мотаю. Поехали, посмотрели, 12 рулонов. Прям дырка в середине рулона стрейча. Видишь, нет? Проскакивало, да? А, он кончается? Да нет, блядь, процентов 20 еще. Вот, скажи ему. Площадка не легла. Он должен на нижней лежать, видишь, а он стоит и не будет считать обороты. Жидко очень. Ага, вон он, видно. Ага. Вот и брак. То есть в рулоне.
попадаются места, но не тянет его он что-то. Плохо растягивается. Эта партия намного хуже мятного. Больше я брать у них 100% не буду. И никому не советую. Во-первых, они мне продинамили 1,5 месяца. Завтра-завтра я уже 10 раз бы нашел, блядь, немецкий, финский, и по нормальной цене отдавали. Нашел немецкий по 5300. 5300, 750. В следующем видео по обмотке покажу, где, какой, чего и как брал. Все, ладно.